Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я 3 года встречаюсь с мужчиной. До сих пор волнуюсь перед каждой встречей, как в первый раз. В большинстве случаев даже начинается дислептическое расстройство. В чем причина? Спрашивает пользователь по имени Анна в данном случае. С чего хочется начать? Начать хочется со значения для вас, мужчина. Вот. То есть мне кажется, что самое важное, на что обратить внимание, вот, это именно то, что для вас значит человек, вот, потому что волнение связано именно вот с тем, что он для вас это чересчур значимо, да, вот, ну, слишком, слишком много значит, вот. Понимаете, да? Вот, поэтому я бы сказал, что проблема, на мой взгляд, есть в этом. Если вы посмотрите в сторону значимости для вас мужчины, да, если вы постарайтесь увидеть значимость для себя мужчины, вот. Я думаю, что вы очень быстро придете к тому, что вам важно в его, вот, ну, как бы, в его контексте, вот именно в контексте человека, вот. И, соответственно, сможете разгрузить ну, свою значимость сможете разгрузить, вот. И разгрузив, вам будет уже проще, вы не будете уже так сильно вот переживать из-за встреч, вот, да. Само собой нужно поисследовать, что именно вам в этой, ну, что именно вы боитесь, чего именно вы боитесь. Вот. Да. Тоже очень важно. Потому что пока вы не отдаете себе отчет в том, чего вы опасаетесь, да, вот, как бы вы действительно будете волноваться. Волнение это никуда не денется, скорее всего. Вот. Еще один важный момент, да, вот обратите внимание, как вы задают свой вопрос, да, вы пишете там, что вот 3 года встречают мужчины, до сих пор сильно волнуюсь, а в чем причина? А почему, точнее, как вы приходите к мыслям, как вы приходите к мыслям о том, что мы можем знать, в чем может быть причина, если по сути, ну, вашей истории, да, вашей истории, у нас всего 2 строчки. Вот. Как бы. Где вы вот пишете, то, что вас вот беспокоит. Понимаете?
какая штука. Поэтому я бы вот на это бы обратил ваше внимание. В первую очередь на эти аспекты. И от этого уже отталкивался бы. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.